Сегодня получил на Озоне вот такую вот кофейную пару. Чудесная пара, красивая. Упаковано было хорошо. И в подарок вот эта конфета. Откуда они узнали, что это моя любимая конфета? И откуда они узнали, что я люблю красивые вещи? Кто им сказал? Почему Марсик здесь один? Марсик, я знаю, почему ты один. Я сейчас открою секрет всем землянам. Сиди тут. Да, можешь заходить, заходи. Заходи все равно. Пойди, проверь. Пойди туда, проверь. Хранилище проверь. А Мирка, знаете, что делает? Она уже второй час ест. Вот это Надя с Мишей нам прислали. Видите? Вкусняшек. И вот она ее не может осилить. Мирунька, не спеши. Не, я тебе не отниму, я уйду. Она пытается с ней справиться. Но два часа она убежала от Марсика, чтобы он не отнял. Марсик, пойдем, не будем ей мешать. Пошли. О, какие штуки долго играют, а? Обычно же она все проглатит, а это не смогла. Пойдем. Я тебе что-нибудь дам. Пошли. Копытами стучишь. Правильно Эдуард сказал Зверецкий, что ты от рыбьего корма чуть не заговорил. Ну, скажи что-нибудь. Что ты смотришь? У нас уже все подходит к концу. Наши запасы. Осталось вот два пакета. Каша. Ну, ее же, наверное, надо готовить. Каша для собак. А такого готового, Марсюшка, ничего нету. Только вот это. И все. Тархун ты не будешь пить, да? Марсюшка, ну что тебе дать? Пойдем, что-нибудь тебе поделюсь. Даже не знаю, колбасных жопок нету. А тебе надо что-то дать, да? Мирка там он и долгоиграющий ест. А что за штуки такие от Нади? Ну что, Марсюшка, лимон тебе дать. А вот, дам тебе. Вот это вот. Запеканочку. Пошли. Пойдем. Пошли. Да не вздыхай. Да не туда. Сюда. Туда нельзя. Там Мирка ест. Она и проглотить не может. И откусить не может. На, ты у нас культурный едок. Я тебе культурно дал. А то как-то лирику кинул, а говорит, неуважительно дал собаке еду. Ну что, я тебе уважительно дал? Нет, не пущу. Не пущу, не хочу. Вот так, вздохни. После обеда я пью компот. И с сожалением вспоминаю о лучших своих годах, которые я отдал вот этому зеленому змею.